Кадровые рокировки – плохой пример и незаконное фаер-шоу. Суд вынес приговор по делу о поджоге опорного пункта, к чему приводит влияние деструктивных телеграм-каналов. Это «Большие итоги». Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Тест на безопасность, первый урожай и новый портфель. Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки. Кто получил престижную должность? Подарок со смыслом. Наверное, нам нужно было очень, чтобы мы попали туда и получили такой подарок замечательный. У семьи из Бобруйска появился специальный тренажер. Кто внес свою лепту? Приговор вынесен. Завершился процесс по делу о поджоге опорного пункта на Куйбышево. Это умышленное действие, грубо нарушающее общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу. Какой финал? Трезвый взгляд на жизнь. Встречи был в круг. Но пришла, у меня есть. Инспекторы продолжают профилактические рейды. Кому наведываются в гости? Призвание дарить любовь. Горожанок наградили орденом матери. Благодарность большая, конечно, президенту, стране. Сколько женщин удостоились награды? Закрываем сезон. В городе на неделе спасли рыбака. Как не расплатиться за рыбу жизнью? Цифровой код, план Байдена и плата за просмотры. Google может взимать с блогеров налог за доходы. В чем суть? Вопросы, которые волнуют каждого. На неделе стройтрест номер 13 посетил министр архитектуры и строительства Беларуси. Здесь обсудили итоги Всебелорусского народного собрания. В частности, Руслан Пархомович рассказал о развитии сферы в ближайшие 5 лет. Настоящим трендом должно стать арендное жилье с использованием электроэнергии для обогрева и горячего водоснабжения, подчеркнул глава ведомства. Есть у нас в директиве четкий показатель, не менее 40% от всего жилья должно быть индивидуальным. Этот показатель тоже должен соблюдаться. И с учетом того, что темпы строительства будут постепенно расти, то есть мы должны выйти на 4,5 миллиона квадратных метров к 2025 году. Соответственно, индивидуальное жилье тоже планируется к росту. Не секрет, стройтрест номер 13 находится не в самом лучшем экономическом положении. Министр о ситуации знает не понаслышке. Сейчас организация находится в стадии санации. Руслан Пархомович уверен, положение нормализуется, вопрос о ликвидации не стоит. Новый год позади, а чудеса все еще продолжаются. Благотворительный марафон «Подарим детям сказку» сделал чуточку счастливей особенных детей. Кто-то получил в подарок заветного робота, а кто-то такой нужный для развития тренажер. Андрюша Ходочинский осваивает тренажер. В свои 7, в отличие от сверстников, каждый шаг ему дается с трудом, а поход в магазин становится настоящим испытанием. Еще до недавнего времени мальчик с синдромом Дауна самостоятельно не мог подняться на 3-й этаж, а уже сегодня он шаг за шагом преодолевает расстояние на механической дорожке. В тренировках дети с таким диагнозом нуждаются регулярно, все дело в ослабленных мышцах. Он контролирует, то есть постоянно надо думать, вот шаг, и двигать. Когда электронно, оно уже само, ты особо не думаешь, да, тут напрягаются и мышцы, ногой надо сюда, 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 сюда. Вот это вообще очень хорошо. Такой неожиданный, а главное нужный подарок в квартире Ходочинских появился после городского благотворительного телемарафона «Подарим детям сказку». Мама Наталья нежданному презенту, признается, была искренне удивлена и счастлива. Купить беговую дорожку стоимостью 600 рублей семейству не по карману. Просто чудо какое-то, вот такая вот случайность. И, наверное, нам нужно было очень, чтобы мы попали туда и получили такой подарок замечательный. Очень мы благодарны людям, которые, ну, то есть добрыми сердцами. И вообще люди нам за 8 лет всегда почему-то встречаются только с открытым сердцем. Может, Андрей вызывает такие положительные эмоции. Очень благодарны за такой неожиданный просто подарок и необходимый нам. На протяжении всего марафона, который стал настоящим чудом в канун Нового года, исполнялись детские мечты. Чьи-то грезы воплощали в реальность руководители предприятий, организации и бизнесмены. А чьи-то сокровенные желания стали настоящими подарками благодаря неравнодушным бобруйчанам. Так, на счет марафона поступили свыше 5000 рублей. На эти деньги приобрели специальное оборудование для особенных детей. Это шведская стенка, ингалятор, игровой манеж, штучек для кормления и не только. В рамках этого марафона я хочу выразить благодарность в первую очередь всем участникам, неравнодушным участникам, потому что откликнулись как и руководители предприятия, так и просто жители города Бобруйска. Надо всегда дарить добро, и добро к тебе вернется. Поэтому тепла,
нашим деткам, дай Бог им всем здоровья, и всегда, чтобы у них был какой-то интерес и желание, потому что именно от их желаний мы, родители, всегда понимаем, что необходимо. А в любом случае необходима забота о наших близких и родных. Но Андрей Ходачинский в этом году планирует пойти в первый класс. Пока мальчик посещает интегрированную группу 80-го детского сада. Социализация сына в будущем, а это и самостоятельный поход в магазин и прогулка по улице, главная цель в жизни мамы Натальи. Теперь она стала реальной благодаря лепте каждого неравнодушного. Правда, пока ребенку под силу только трехминутное занятие. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Безопасная АЭС, первая зелень и правовая помощь. Белорусы смогут получить бесплатную консультацию нотариуса когда? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Президент произвел кадровые перестановки. Председателем Следственного комитета стал Дмитрий Гора, который до этого занимал должность заместителя генерального прокурора. Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавил Вадим Синявский. Его предыдущее место работы – глава Гродненской милиции. Что касается гражданских назначений, заместителем управляющего делами президента назначен Антон Краевский. Новые руководители теперь и в трех вузах страны – Гомельском технологическом, Полесском и Полоцком. Глава государства согласовал назначение 24 человек. Белорусы смогут получить бесплатную консультацию нотариуса. Акция пройдет 15 марта и будет приурочена ко Дню Конституции. В этот день граждане и представители юридических лиц смогут обратиться в любую нотариальную контору и бюро страны. Полный список, а также время работы доступны на сайте Белорусской нотариальной палаты. Белорусская АЭС подтверждает свою безопасность. Итоговая инспекция на станции пройдет в конце апреля. Комиссия должна подтвердить безопасность всех систем и готовность персонала. После этого Островецкая АЭС получит лицензию о готовности к коммерческой эксплуатации. Сейчас первый реактор работает на всю мощь, но на станции еще проводят необходимые проверки и испытания. В тепличных хозяйствах страны приступили к сбору первого в этом сезоне урожая овощей. Белорусские огурцы, зеленый лук, салат уже появились на прилавках магазинов. Благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современным технологиям выращивания, овощеводы планируют обеспечить полезным товаром не только внутренний рынок, но и поставлять зелень на экспорт. 6 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Суд завершил процесс по делу о поджоге опорного пункта в Бобруйске. Инцидент, напомню, произошел осенью. Хронологию событий восстановила наша съемочная группа. 28 сентября, полночь, общественный пункт охраны правопорядка на Куйбышева, 59. Неизвестный обливает бензином здание и берется за зажигалку. На место ЧП незамедлительно выезжают спасатели. Огонь повреждает входную дверь, отделку, электрооборудование и предметы интерьера. Следователи возбуждают уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Сыщики выясняют, поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления скрывается в России. По возвращению мужчину задерживают. Быстро! На землю вышел! Руки назад! Фамилия? Фамилия! Задержана. На преступление, как позже выяснится, поджигателя подталкивает алкоголь и влияние деструктивных телеграм-каналов. Так он решает выплеснуть эмоции после очередной рюмки. Не смущает нарушителя и тот факт, что опорник находится в одном здании с центром досуга и творчества. К слову, на счету уроженца Азербайджана судимости за кражу, мошенничество и хулиганство. Просто взял пил бензина, обходил с ним, облил здание, поджег. Ну, сейчас в данный момент вот, он, конечно, скрылся, сейчас приехал. Вы сказали своему содеянному, что сожалею, конечно, но действительно готов поднести ущерб. Все, просто на хулиганил. Нас баламутят, страдаем мы. Мне государство дало тоже немного квартиру детям, ну, я многодетный. Ну, я обдумался, вернулся сюда, никогда. Бобручанин в ходе предварительного, а позже и судебного следствия вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном и частично возмещает ущерб. Суд учитывает эти обстоятельства при выборе меры наказания. С предложенным гособвинением квалификация действий подсудимого соглашается и признает его виновным. По статье 339 части 1, это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающие уничтожением и повреждением имущества,
и также признал виновным по части 1 статьи 14, части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь покушение на умышленное уничтожение имущества, причинившее значительный ущерб и совершенное общеопасным способом. В отношении обвиняемого применяют и 107-ю статью Уголовного кодекса. Его признают нуждающимся в лечении от алкоголизма. По совокупности преступлений суд назначает наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Будет ли вынесен приговор обжалован, пока неизвестно. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В Бобруйске вручили орден матери. Торжественная церемония прошла в администрации Первомайского района. В конференц-зале 6 заслуженных мам, которые родили и воспитали 5 и более детей. В их адрес звучат слова признательности и благодарности, цветы как приятный бонус. Награда, похвала за внимание, заботу и бессонные ночи. Я надеюсь, что я буду его достойна, что мои дети будут достойны этой награды. Ну, благодарность большая, конечно, президенту, стране, нашей администрации, мурашки по коже. Кроме красивых слов, государство создает условия для комфортной жизни семей и повышения рождаемости. В частности, поддержка материнства – одно из приоритетных направлений развития страны. Обратная сторона жизни. В Бобруйске продолжаются профилактические рейды. Главное внимание к людям с низкой социальной ответственностью. На предупреждение работают милиция, МЧС и энергетики. По статистике, главный катализатор проблем – алкоголь. Максим Кембель отрезан в взгляде на жизнь. Рабочий день у майора Сергея Толстика начинается не в кабинете. Проверка граждан, которые состоят на учете. Главная задача для участкового инспектора. Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений в действии. Поднимаемся на 9-й этаж дома Поковзина. Здравствуйте. Олег Александрович. Дома. Вы с телевидением. У вас образ жизни светить. Съемочной группе горе-хозяева не сильно рады. Картина не для большого экрана. Что до самого проверяемого, то дома его не оказалось. Участковый осматривает квартиру и еще раз напоминает о здоровом поведении. Такие походы сотрудники милиции отправляются не реже одного раза в месяц. При необходимости в гости могут зайти и чаще. Здесь уже все зависит от человека, который состоит на учете. В основном категория граждан, с которой мы работаем, они не трудоустраиваются, ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным, поэтому, видя, какую работу с ними нужно проводить, мы, соответственно, проводим либо по направлению в ЛТП с данными гражданами, либо выносим уведомление о проведении профилактических мероприятий, которые проходят у нас в ОВД. На Пролетарской, 74, гостят сотрудники Бобруйских электросетей. В этом доме живет любитель так называемой халявы. Хозяин уже в который раз незаконно подключается к линии. Благом пользуется, а вот платить не хочет. Уже накапало почти 9500 киловатт. История началась еще 3 года назад. Предупреждения были вынесены неоднократно. От подписи он неоднократно отказывался. Дело о задолженности было передано в суд. По решению суда также необходимо было его отключить. Чем, собственно, специалисты в очередной раз и занимаются. К слову, энергетики ежемесячно проверяют своих самых смышленых абонентов. Профилактическую работу продолжают и сотрудники МЧС. В поле зрения одиноко проживающие, инвалиды первой группы и социально уязвимые люди. На водопроводном переулке строение трудно назвать домом. Внутри двое мужчин. Печка неисправна, в качестве источника тепла – одеяло. Кто курит, то открывать. Мы курили, курили, подсвечиваем в круг. Но кресло не есть. Инспектор не случайно задает именно этот вопрос. Курение в постели – одна из самых популярных причин пожаров и гибели людей. Плюс календарная весна не балует плюсовой температурой. Следовательно, продолжается и отопительный сезон. Важно убедиться, что у них есть и средства защиты, да, то есть автономные пожарные извещатели, что у них отопительные элементы в порядке. Электропроводкой напомнить им про безопасность быту. Такое внимание к неблагонадежным гражданам, по сути, рядовая работа различных служб. Ключевое понятие – профилактика. Предупредить и уберечь как подучетных, так и их близких. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Осторожно, тонкий лед. Мартовское солнце напоминает любителям зимней рыбалки. Пора закрывать сезон и ждать оттепели. Тем временем освод дежурит на водоемах круглые сутки. О небезопасном хобби Ольга Васенда.
В Беларусь пришла весна, а вместе с ней идет и повышение температуры. Под угрозу безопасность любителей порыбачить ставят водоемы, покрытые тонкой ледяной коркой. Проверять ее на прочность в этот период однозначно не лучшее время. Считанные секунды, и человек уходит на дно. Хочу сказать, что... Опа, опа, опа! Ой, мужики! У кого есть что? Давайте веревки! На березине толщина хрустального покрытия сейчас колеблется от 30 сантиметров до нуля. Это значит, что опасность может подстерегать буквально на каждом шагу. Вот и праздничное утро 8 марта чуть не обернулось трагедией в Бобруйске. Вовремя подоспели спасатели. Под лед рыбак провалился в районе Форштадта. Во время следования домой человек не заметил промоину. Наступил туда, провалился. Глубина в месте провала составила 2,5 метра. Он ухватился за лед. Вахтенное наблюдение увидели. Сыграли тревогу. Люди подскочили и, соответственно, оказали помощь пострадавшему. Он был доставлен в спасательную, обогрет, высушен. Медицинская госпитализация ему не понадобилась. Подобные случаи спасатели фиксируют в разных уголках страны. Только вот далеко не все заканчиваются хэппи-эндом. Жертвы, как правило, рыбаки и дети. В Солинском районе в конце прошлой недели двое 7-летних мальчиков после школы зашли на мелиоративный канал, покрытый льдом. Он не выдержал веса детей. Один ребенок утонул. Второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик. Гарантированно прочного льда не существует. Если все-таки рыбаки до сих пор стремятся на водоем, то, конечно, хороший рыбак возьмет с собой жилет, возьмет с собой заряженный телефон, возьмет с собой термос с горячими неалкогольными напитками и возьмет с собой так называемые спасалки, специальные штыри. Хочется напомнить родителям, чтобы они ни в коем случае не позволяли в данный период детям играть у водоемов, у рек, у карьеров, возле озера. Это очень опасно, несмотря на то, что дети не ищут опасности, они просто играют, им просто интересно, но такой интерес может закончиться трагично. Кроме того, внимательными следует быть и при ловле определенных видов рыб. Например, до середины апреля запрещено добывать щуку из-за нереста. Если говорить о статистике, то в этом году на территории Могилевской области смертельные случаи на водоемах не зафиксированы. Однако игнорировать правила безопасности – слишком рискованная идея. Даже самый крупный улов не стоит человеческой жизни. Налог за доходы, цифровой код и сенсация недели. Интервью Меган Маркл и принца Гарри облетело все информагентства мира. Что на это ответил Букингемский дворец? Далее обзор громких мировых заголовков. Сокрушительное. Именно так СМИ назвали интервью Меган Маркл и принца Гарри. Они рассказали о расизме, суицидальных мыслях и других скандалах Букингемского дворца. Пресс-служба королевы Великобритании Елизаветы II выступила с официальным комментарием. В заявлении говорится, что королевская семья всерьез относится к упомянутым в разговоре проблемам, особенно связанным с расой, и изучит их в частном порядке. При этом в комментарии отмечается, что воспоминания о жизни Гарри и Меган при дворце не у всех одинаковые. Также в заявлении подчеркивается, что герцог и герцогиня Сассекские и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи. В Самаре, как спичка, вспыхнул торговый центр «Скала». Загорелся фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж на площади 400 квадратных метров. Отдельными очагами вспыхнула офисная мебель. В самостоятельное здание вышли 300 человек. Еще 100 вывели спасатели. К ликвидации пожара было привлечено 132 человека и 47 единиц техники. Причины ЧП выясняются. Корпорация Google рассматривает вариант взимать с блогеров налог за доходы, которые им приходят за просмотры от зрителей США. Такие меры объясняются требованием службы внутренних доходов Соединенных Штатов. Согласно им, компании обязаны собирать налоговую информацию от монетизирующих свой контент создателей за пределами страны и в отдельных случаях удерживать с них часть заработка. Теперь всем видеоблогерам придется предоставить сервис монетизации от Google всю нужную информацию о своих доходах до 31 мая. Ковид ударил по продовольственному обеспечению в Штатах. На спасение Америки пойдет почти 2 триллиона долларов. Пакет мер стимулирования экономики подписал президент Джозеф Байден. На борьбу с пандемией выделят 400 миллиардов, около триллиона на помощь населению. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1400 долларов. Некоторые экономисты предупреждают, что это может привести к перегреву экономики.
Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта будут получать цифровой код. Ранее это правило действовало только для граждан страны. Отныне авиапассажиры должны будут заполнить не бумажную, а электронную анкету по контролю за COVID-19. За трое суток до вылета они должны будут вписать свои данные в форму на сайте министерства и скачать ее на электронное устройство. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.